Я Владик не спит. Топ тег СПТ запишешь. Я Владик не спит. Спасибо большое, Владик. Плюс топор в коллекцию. Спасибо. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит, у нас сегодня 10 августа, 3 часа ночи, наша ежедневная рубрика «Чё почём?». У нас вчера новые скинчики были, их, скорее всего, оставят, да? Остальное все должны поменять. Еще бы что-нибудь новенькое закинули, было бы хорошо. Ха-ха-ха-ха. Прикол. У меня только спрашивали топ-5 скинов за 2к, и я только называл этот скин и говорил, что последний скин за 2000 топовый, который закидывали, вообще, в принципе, который я купил, это был Шторм. И говорю, какой кайф новый скин за 2к. Ну, нам закинули тупо Шторма, ребят. Классный скин, хороший, мне нравится. Весь сет у меня есть, бэкпэк, неплохой плащик. Кто носит плащи, ребят, выглядит тоже прикольно. За счет этого шарика и вообще весь скин офигенный. То есть вот эта вот движуха вся очень круто выглядит. Лицо очень круто. Прям вообще очень круто. Отличный скинчик. Отлично. Кирка у него... А, деваха гроза. Да, деваха у меня тоже есть. Деваху мне придарили. Довольно простенькая деваха, но единственное, что вот в такой футуристической одежде относительно там... Ну, относительно неплохо выглядит, потому что, ну, как я говорил многократно, я не люблю стандартные военные. Это хоть что-то изменение, поэтому неплохо. Кирка, классная, гром. Покажу ее обязательно. Гром выглядит отлично. Класс, кирка очень хорошая. И отличный дельтаплан, который хочется юзать мне лично вообще очень часто, но... К сожалению, он не под все подходит, но выглядит он очень круто. Такая желтая сфера и выглядит этим вот тройным, я не знаю, как из Звездных войн. Очень классно. Очень мне нравится. Офигенный. Да, этот сет топ. Торм. Как я сказал, это последний скин за 2к, который мне зашел. Прям очень жестко зашел. Отличный скин. Приливается очень круто. Просто бомба. Бэкпэк тоже неплохо. Не длинный, такой коротенький этот плащик с анимированным этой вставкой. Вообще супер. Кирка, бомба тоже. Звук, след. Ну, прям соответствует 1200. Скин вообще весь сет однозначно соответствует цене. Прям кайф. Дельтаплан. Дель тоже офигенно. Дель мне вообще очень нравится. Очень. Скин классный. Не так много сетов, где full set хочется юзать прям целиком. Вот один из. Здесь у нас то, что осталось со вчера, ребят. Вчера показывал, в подсказках вылезет вчерашний чё почём. Можете перейти, показал я этот скинчик, показал кирку, показал дель бомба. Дель просто бомба из этого сета, мне очень нравится. Пацанчика, к сожалению, ну или к счастью, пацанчик мне не зашел. Слева у нас отличный тоже сет. Неплохой пацанчик со стилем. Ну такой, неплохой. У него офигенный бэкпэк, но он огроменный. Очень большой. Но в этом сете у меня часто спрашивают, откуда у тебя вот это. Откуда это у тебя эта деваха? Калиста, друзья. Кайфучая. Мне нравится больше, чем, да, чем анимешница, которую люди очень массово купили и любят. Мне она нравится больше. Выглядит она, как по мне, лучше. Бэкпэк, ну, юзабелен, но не так, чтобы прям супер. Все равно выпирает довольно сильно. А вот деваха просто убойная. Очень круто. Кайф.
кирка. Две биты. Пригвоздителя. За 800. Тоже классные. Две биты, ребят, с этими гвоздями. Такой а-ля постапокалипсис. Офигенно выглядит. Спасибо большое. Тикомо не спит. Спасибо. Флосс. Теперь что у нас? У нас дохрена дебов теперь будут флосы кидать. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас чек не могу. Спасибо. И Дель чертик, ребят, который я не стал покупать. Такой себе. Ну, довольно средний. Но, скорее всего, небольшой из-за того, что, видите, на руках держится. Небольшой. Так, друзья, наша анимешница. Номер 2. Мне она нравится больше, чем классическая, скажем так. Да. Мне прикал этот скинчик. Биты. Биты без каких-то следов, без особых звуков. Ну, понятно, биты. Одним словом, биты, ребят. Что можно придумать к битам, я не особо понимаю. Но кайфово. Был бы у них цвет какой-нибудь серенький, чтобы их можно было юзать подо все. Было бы вообще топич. А то мне их мало под что могу юзать. А так, конечно, бомба. Да. И скинчик девахи за 800. Довольно обычный, простой. Единственное, что вот ее переодели. Переодели, как по мне, поприкольнее, чем стандартные военные. Как по мне, это повеселее. Так, левую сторону мы всю показали, да? Ничего не забыли, ничего не забыли. Теперь давайте смотреть правую сторону. То, что нам придарили, да? Давайте лицо откроем. Давайте деваху возьмем за 800, которая. Ну что, ребят, кто там флосс умеет танцевать? Пора учить новый. Тупо тренируем новый флосс. Нормуль. Но все равно классический флосс как-то, знаете, ближе к сердцу, что ли. Да, классический как-то ближе к сердцу. Рожок. Прикольная эмоция. Как вы поняли, три разных звука. Сам покупал, мне очень нравится эта эмоция, отличная эмоция. Это подаренная эмоция, не так чтобы супер. Ее прикольно юзать на сноуборде, это забавно. Ну и раньше было прикольно на других транспортах, сейчас у нас транспортов нет, к сожалению. Полет орла. Ну понятно, флосс. Опачки, плюс биты. Ждем ржачных моментов с этим багом. И разжег. И что это? Бушующая буря. Ну так, средненько. Что это у нас? Это к шторму, да? Ну да. Так, средне. Неплохо, но не топ. Не топ. Но у нас в этой цветовой гамме, опять-таки, у нас много... Ох, прикольно. Много оберток под шторма нормально заходят. Не имеет смысла эту покупать. Ну, по крайней мере, у меня много оберток, которые под шторма заходят. Вот эту я не вижу смысла покупать. Полярный ассасин. За штуку 200. Старенький скинчик, ребят. Аккуратный довольно.
выглядит неплохо. Мне эта расцветка нравится. Стили на выбор. А я и забыл, слушайте, я уже и забыл, что ему стиль добавили. Дезактиватор. Не так часто его закидывают. Есть у меня предположение, что не так часто его покупают со стилями. Шлем у него, ребят, совсем не маленький. Не маленький шлем. Ничего не скажешь. Тупо космонавт. И бэкпеки тоже со стилями, ребят. Стилей раньше не было. Их не столь... Ну, закинули, наверное, в последний раз, когда он добавлялся в магазине. Вот тогда и закинули стили. Да, в магазине много всего, конечно. Прям очень много всего. Классный вот этот сет. Классный этот сет. Здесь Дельца вчера остался. Эмоции хорошие есть. Магазин прям, ну, обертка хорошая, но у меня есть аналогичная. То есть магазин вообще приличный, прям вообще приличный сегодня. Много чего можно купить. Наконец-таки у нас есть дельтапланы в магазине, а то нам в последнее время что-то на дельты обижают. Сейчас у нас 3 дельтаплана в магазине. Просто перебор. Но я все еще жду, блин, новый скин за 2К. Хочу новый скин за 2К. Друзья, не забывайте розыгрыш в группе ВКонтакте. Закреплен для тех, кто поддержит меня как автора. Мой тег автор SPT0SM3. Для тех, кто совершает покупки с моим тегом. Первая ссылка в видео. Чекайте, участвуйте. Ой. Спасибо всем большое за просмотр, друзья. Суббота, всю трансляцию мы играем кастомки. С 9:30 вечера до 3 ночи у меня кастомки, так что всех вас жду. Я вам буду рад. Все кастомки призовые, все на деньги, ребят. Так что жду. Удачи. Вот, собственно, и все.